сейчас в парах поотрабатываем немножко варианты отбора. Поставили вас под ножик по классике, такой вот вариантик, да? И мы посмотрим вариант отбора с уходом с линии атаки. То есть вы раз, подсели, нож достали, аккуратненько в него вернули. Вот точка у нас идет. Здесь идет скрутка. Эта ручка идет сюда, это сюда. Раз, достали. То есть у нас получается тот же рычаг. Здесь, смотрите, как мы держим. Точка, 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 центр. Если он даже потянет, у вас пальцы останутся нормальными, рука останется нормальной. Если вы хватаете за лезвие, нож вам объяснит, что вы были неправы. Вы не вписались в его реальность. Все просто. Хорошо. А есть вариант лезвие так, лезвие так? Пока так. То есть вертикально, да. Или прямо вниз? Ну, давай вот так вот, да, наверное, будет лучше, так будет проще видно. Смотрите, ручку одну кидаете сюда, а вторую накладывается сверху. И теперь вы, подсаживаясь, выходите на верхнюю уровень. Понятно? Поехали. Разошлись по парточкам и каждому сейчас дополнительно объясню.